17 февраля звезды российского кино Татьяна Арнгольц и Григорий Антипенко сыграют на сцене Русского театра в Антепризе «Двое на качелях». Автор произведения – известный американский драматург Уильям Гибсон. Пьеса, хоть и была впервые поставлена еще в прошлом веке на Бродвее, имеет оглушительный успех до сих пор. Арнгольц и Антипенко уже вернулись из Прибалтики, где они находились с гастролями. Нашим корреспондентам удалось побеседовать по телефону с одним из актеров. Герои пьесы «Двое на качелях», танцовщица Гитель Моска и адвокат Джерри Райан встречаются совершенно неожиданно. И эта встреча переворачивает всю их жизнь. Их отношения так же неустойчивы, как качели, и потому недолговечны. Это настоящий бродвейский спектакль со всеми его атрибутами. Потрясающей джазовой музыкой, великолепными декорациями и светом, погружающими нас в атмосферу Нью-Йорка тех лет. И, конечно же, непревзойденной игрой талантливых актеров. Спокойной ночи. Татьяна Арнгольц, несмотря на молодой возраст, уже успела сыграть во многих фильмах и стать настоящей звездой российского кино. Буквально недавно на Первом канале прошел сериал «Брак по завещанию» с Арнгольц в главной роли. Лихо закрученный сюжет понравился зрителям. Но в спектакле «Двое на качелях» Татьяна предстает в совершенно другом образе. А вот в каком, нам удалось узнать лично от самой актрисы, связавшись с ней по телефону. Здесь совершенно нет смысла описывать мою героиню. Неважно, какие люди встретились, неважно, чем они занимаются, важно то, что каждый из них встретил любовь. Собственно, об этом эта история. Для меня это первая настоящая работа в театре, вот, наверное, так скажем. Премьера спектакля «Двое на качелях» состоится 17 февраля в Махачкале на сцене Русского театра. Несмотря на плотный гастрольный график и занятость Антипенко и Арнгольц в съемках, театральному агентству «Витарт» удалось пригласить популярных актеров в Махачкалу. Мы связались с продюсерами этого спектакля. Вот, трудно, конечно, было договориться, потому что очень плотный гастрольный график у этого коллектива, скажем, коллектива этого спектакля. Они только что вернулись из больших гастролей с Прибалтики. То есть Латвия, Литва, Эстония, Калининград, российская территория. Вот, тоже с аншлагами прошли гастроли, восторженные отзывы прессы, зрителей. Произведение Уильяма Гибсона было экранизировано еще в прошлом веке. Фильм несколько раз номинировали на «Оскар». Ну а спектакль с Антипенко и Арнгольц в главной роли популярен в наши дни. В России, Белоруссии, Украине и Прибалтике. И не только это. В декабре 2013-го постановка «Двое на качелях» получила премию «Звезда театрала» как лучшая антреприза года. Патиман Бурзиева, Ибрагим Магомедов, Марат Касумов. Время новостей.